Привет! Вы на канале «С миру по факту», а меня зовут Александр Гришин, и это снова «Версус», и он будет про ежа. Ежика я для прикола добавил вопрос в нашей группе ВКонтакте, и именно он набрал наибольшее количество голосов. Итак, поехали! Все мы с вами знаем, кто такие ежи. Это маленькие млекопитающиеся с огромным количеством иголок на спине, которые при опасности сворачиваются в клубок, из которого их очень непросто достать. Правда, ушастые ежи неохотно это делают. Они предпочитают убегать от врагов. Этот вид, кстати, бегает неплохо, в отличие от других видов ежей. Еж очень плохо видит, и поэтому у него очень хорошо развит слух и обоняние. Он умеет плавать и даже лазить. Распространены ежики повсеместно, они живут во всех странах Европы, есть они и в Африке, и в Азии. А помните, в детских мультиках и на картинках в детских книжках ежей рисовали несущими на своей спинке различные фрукты или грибы? Это, конечно же, миф. Они ничего на своей спине не носят. Более того, ежи являются хищниками и едят червей, различных насекомых и жуков. Они, конечно, могут поесть и ягоды, и грибы, но делают это менее охотно. Ну что ж, давайте посмотрим на этого монстра, который всех порвет. Ушастый еж дождался ночи и вышел на охоту. Он начал обнюхивать почву в поисках чего-нибудь вкусненького. Мотылек – это хорошо, жук еще лучше, но хочется чего-то попитательнее. И тут он замечает птичье гнездо с яйцами. Еж пытается залезть на ветку. Хоть я и говорил, что ежи умеют лазить, но эта ветка ему не поддается. Но он пробует еще, и снова неудача. Вдруг он слышит знакомый ему звук. Звук чешуи, шуршащей по камню, и он отправляется туда. Это змея-щитоморник. Один ее укус может убить лошадь. Наш ежик не сразу ее замечает, и змея наносит удар. Но ежу пофиг, у него очень сильный иммунитет к ядам. На укусы змеи он не обращает внимания и спокойно пожирает ее. Вот такой вот он крепкий орешек. Представляю вам настоящую машину для убийств. Это восточноафриканский скорпион, и у него есть все для того, чтобы убить практически любого, кто осмелится встать на его пути. Его тело покрыто броней. Клешни созданы для того, чтобы намертво хватать свою жертву, а его ядовитый хвост всегда готов к нанесению смертельного удара. И он встал в боевую позу, готовый встретить врага. А вот и он, настоящий монстр, покрытый тысячей иголок и в 20 раз превышающий по размерам скорпиона. Какое-то время они выжидают, а затем атака. Еж хватает скорпиона за лапу и через мгновение перемалывает его хребет пополам и съедает его. Теперь ежу нужно спрятаться, так как скоро рассвет, и на охоту выйдет его главный враг. Ну а на этом все. Не забудь поделиться с друзьями этим роликом, а также посмотреть другие выпуски Версуса. И самое главное, подписывайся на канал, у меня будет еще много интересных видеороликов.
А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!